В Иране похоронили президента Исламской республики Ибрахима Раиси, погибшего в воскресенье в авиакатастрофе. Он упокоится в своем родном городе Мешхед, в почитаемом мусульманами-шиитами мавзолее имама Резы. Кроме Раиси, на борту потерпевшего крушение вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдаллахиан и еще 6 человек. Власти считают, что причина трагедии – плохая погода, из-за которой вертолет совершил жесткую посадку в горах на границе с Азербайджаном. Во всей стране объявлен 5-дневный траур. Накануне на улицах многих городов Ирана собрались сотни тысяч людей, пришедших попрощаться с погибшими. Траурную процессию в Тегеране возглавил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Он преклонил колени перед останками жертв и назвал Ибрахима Раиси мучеником. Многие в Иране считали погибшего президента преемником 85-летнего Хаменеи.